Чемпионат города по виду спорта, основанному в Караганде. В минувшую субботу почти 300 участников съехались на соревнования по смешанным единоборствам на мат-ММА. Подробнее в сюжете. Около 300 участников с различных клубов Караганды приняли участие в городских соревнованиях по смешанному виду единоборств на мат-ММА. Несмотря на то, что возраст участников еще совсем юн, многие из ребят уже имеют титулы чемпионов не только республики, но и Азии. Среди организаторов турнира был и основатель стиля на мат-ММА Сергей Ан. Чемпионат города проходит. Здесь участвует 29 клубов. Бьются ребята в возрасте от 8 и до 17 лет. Вид смешанных единоборств на мат-ММА достаточно молодой. Он образован в 2005 году, а Всемирная федерация на мат-ММА появилась в 2009. Несмотря на это, вид спорта обрел популярность и динамично развивается. Известно, что филиалы Всемирной федерации на мат-ММА находятся уже во многих странах мира. Соперник был очень отличный, наносил удары очень конкретные, но я не сдавался, цель поставил, что я выиграю на этих соревнованиях, я выиграл. Маме подарок вот подарю, маме сегодня день рождения. Ирина Вабищевич, Арман Бектубаев, Владимир Иванюк, 5 канал.